Сегодня у нас в гостях Наталья Кучер. Знаменитый актер Валентин Гафт как-то сказал о ней: это талант, который умеет передавать в песнях и стихах самые разные состояния любви. Ты поверишь, что далеко я не святая, я тебя завоевала и ушла. Не держи на сердце зла, что поделать я такая, мне одной любви не хватит никогда. Не держи на сердце зла, что поделать я такая, мне одной любви не хватит никогда. Верь, не ты один ночами мною бредил, не один ты называл меня бедой. Я за ведьму не в обиде, то, что ты во мне увидел, не играет больше роли никакой. Я за ведьму не в обиде, то, что ты во мне увидел, не играет больше роли никакой. Не считай мои ошибки и пороки, я сама за них отмучаюсь, паду. До меня не долетят горьких слов твоих упреки, я как кошка, мне все до имею в виду. До меня не долетят горьких слов твоих упреки, я как кошка, мне все до имею в виду. И когда-нибудь ты мне откроешь двери, сам не знаешь ты на счастье или на беду. Возвращение мое, ты совсем уже не верил, ну и правильно, ведь я опять уйду. Возвращение мое, ты совсем уже не верил, ну и правильно, ведь я опять уйду. Когда задают вопрос, почему вы пишете только о любви, я могу сказать совершенно уверенно о том, что все пишут о любви, не только я, просто о любви к разным вещам. То есть кто-то пишет о любви, как вот я, о любви к мужчинам, да? Кто-то пишет о любви к земле, кто-то пишет о любви к политике, кто-то пишет о любви к футболу. Но все равно все песни о любви, и дай Бог всем любви разные. И счастливые, и несчастные. Пусть у всех будет это чувство, и пусть оно дает силы и радость от ощущения того, что мы живем, потому что пока мы любим, мы живем. Это правда. Наташа Кучер родилась 3 мая 1971 года в Калининграде. В 4 года она научилась читать и писать. В 6 лет начала сочинять стихи. Все они, разумеется, были о любви. И девочка аккуратно записывала их в тоненькую тетрадку. Любовь окружала Наташу с самого детства. В ее дружной семье все друг друга любили. А еще любили свой город, море и музыку. И отец пел, и мама пела, но отец ходил в море, а потом с сердцем у него случился приступ, и его списали на берег молодым достаточно. Вот, потому что уже в 33 года его уже не стало. А мама, у меня была товаровед, она работала заведующей в пивбаре у ворот. Те самые ворота, через которые, единственные действующие старые калининградские, кёнигсбергские еще, через которые до сих пор ездят трамваи. Они выполняют единственную ту самую функцию, которую должны нести. Мой папа привез мне из рейса из Германии маленький вальтмейстер. Маленький аккордеончик, он до сих пор у меня есть. Я на нем даже играю. Вот. И 5 лет приходил преподаватель на дом к нам. Чеслав Томашевич его звали, до сих пор помню. Его уже, к сожалению, нет в живых. И я начала учиться играть, когда еще из-за этого маленького аккордеончика мне там подбородок не доставал. До верху я с трудом пыталась там выглянуть, играла. Ну, а потом пошла в музыкальную школу, закончила по классу аккордеон. Но на аккордеоне играю редко, но с удовольствием, с огромным. Я недавно поиграла вечер на аккордеоне в хорошей компании, так случилось. После этого у меня был концерт в Санкт-Петербурге. Я была с синяком на подбородке в итоге. Вот здесь мне было не дотронуться до грудины, и рука у меня была растянута. Вот что значит отсутствие долгих тренировок. Так что аккордеон – это еще травматический инструмент, на самом деле, если пользоваться им не совсем умело и долго. Ну, замечательный инструмент, он очень красивый. И на аккордеоне действительно умею играть, на гитаре я себе только аккомпанирую слегка, поэтому это сложно назвать там музыкой в моем исполнении.
А вот на аккордеоне я умею играть все. Если бы я, конечно, писала под аккордеон, я ведь пишу то, что я могу сыграть, конечно, мелодии такие, которые для меня элементарно играются. Вот если бы я писала под аккордеон, я бы писала, наверное, совершенно другую музыку. Я твоя немая боль, я беда, вслед за мной уходит сон. В никуда нежных рук моих и губ миражи растворятся в темноте. Не держи ласк моих, такая сладкая боль, от укоров слез обид. Только соль, горе, боль, ожидание, потерь, все теперь уже не важно. Поверь, я шальная, как морской ветер, и со мною, как ни с кем, вольна. Не жалей, что ты меня встретил, и любовь не забирай, больно. Я безумно и закружусь вьюгой, посмотри, как я тебе рада. Буду, если не женой, другом, мне так мало от тебя надо. Я безумно и закручусь вьюгой, посмотри, как я тебе рада. Буду, если не женой, другом, мне так мало тебя надо. Больше я тебя, мой друг, не держу, я твоим ознобом ночью дрожу. Я теперь тебе, увы, не страшна, я давно в тебя сама влюблена, оттого мне и не спится, поверь. Я всегда держу открытую дверь, знай, что для меня теперь навсегда будешь ты моя и боль, и беда. Ты безумный, как морской ветер, мне с тобою, как ни с кем, вольно. Не жалей, что ты меня встретил, и любовь не забирай, больно. Я безумно и закручусь вьюгой, посмотри, как я тебе рада. Буду, если не женой, другом, мне так мало от тебя надо. Я безумно и закручусь вьюгой, посмотри, как я тебе рада. Буду, если не женой, другом, мне так мало от тебя надо. Наташе нравится эта песня, которую подарил ей самарский автор Алексей Аполлинаров. Он положил на музыку два Наташиных стихотворения. Одно взрослое и одно написанное еще в 7-летнем беспечном возрасте. К сожалению, хрупкое детское счастье разбилось непоправимо рано. В 8 лет Наташа осталась круглой сиротой. Вместе с братом ее забрали к себе мамины сестры. В новый дом она привезла ту самую заветную тетрадку со стихами, даже не подозревая, какая судьба ее ждет. Я воспитывалась тетями со 2 по 8 класс, и у меня тетя, у которой я жила, мы жили с братом у разных маминых сестер, у которой я жила, она была преподавателем белорусского языка и литературы, а дядя был, то есть ее муж был заучим школы, она была очень строгих правил, тетя у меня, и поэтому, конечно, у 7-летнего ребенка увидеть стихи, да, тетрадку стихов о любви, вот, а по припеву моей песни уже было можно понять, да, что я и тогда думала только о любви, там буду не женой, другом и все тому подобное, вот, то это, конечно, вызвало чувство ужаса у тети. Она думала, что я эту гадость где-то переписала. И она бросила это в печку, не подозревая, что это мое, а признаться, что это мое, и, пожалуйста, не выкидывайте, было, конечно, невозможно, потому что я понимала, что это еще хуже, чем переписала, что в голове у ребенка. Ребенок болен, наверное, решила бы тетя. И меня бы воспитывали еще строже. Поэтому я просто промолчала, и это было выброшено в группку, просто как такой вот развращающий элемент чьей-то литературы. У меня была шикарная библиотека классическая, просто безумная. Но единственное, что я жила в Беларуси, там было большое хозяйство, это была деревня.
Там было 70 соток, это почти как бы, вот почти гектар было земли, на котором надо было работать, естественно, и хозяйство большое, надо было помогать, поэтому с утра до вечера приходилось что-то делать по дому и читать, кроме уроков, как бы, да, уже времени не оставалось, читать я очень любила, поэтому читала на подоконнике под луной, чтобы тетя не видела. А какая у тебя была любимая книга, ну, вот в таком подростковом возрасте? «Красная и черная». Я все-таки влюбилась, так и знала, а может, это все показалось. Но твоих ладоней дрожь по телу, Боже, Боже, что мне делать? Но твоих ладоней дрожь по телу, Боже, Боже, что мне делать? Ведь я тебя совсем, совсем не знаю, и лишь с тоской я снова повторяю, Боже, Боже, что мне делать? Мне тебя не так уж много надо, лишь то, чтоб ты был чаще рядом. Ведь даже беспробудной сонной ночью я по тебе скучаю очень. Ведь даже беспробудной сонной ночью я по тебе скучаю очень. А ты меня совсем, совсем не знаешь. Как жаль, что вслед за мной не повторяешь. Я по тебе скучаю очень, очень, очень. Я любви тебе не рассказала, кому я этим что доказала. Хоть сердцу не прикажешь, знаю, знаю, я голову с тобой теряю. Хоть сердцу не прикажешь, знаю, знаю, я голову с тобой теряю. Наверное, сами мы еще не знаем, к чему нас приведет любовь слепая. Мы голову с тобой теряем. Мы голову с тобой теряем. Песни Наташа начала писать, когда училась в медицинском училище. Окончив в Белоруссии школу восьмилетку, она вернулась в Калининград, твердо решив посвятить свою жизнь медицине. Абсолютно осознанный выбор. Дело в том, что как бы мой отец умер, да, когда мне было 6 лет, молодой очень, потому что просто был сердечный приступ, и приезжала скорая, и не забрали его вовремя. Вот, то есть как приезжали второй раз, потом опять не забрали. Надо было везти в больницу, и к утру он умер, собственно говоря, молодой мужчина. Вот. И второй случай смерти моей мамы было, когда она рожала, тоже когда мне было уже 8 лет. И тоже практически по вине врачей, потому что врачи отсутствовали, и, собственно говоря, вместо того, чтобы ее кесарить, стали стимулировать роды. И разрыв крупного сосуда матки. И она умерла, рожая, и мальчик тоже умер, которого она рожала, братик. Поэтому мне казалось, что я буду прекрасным медиком, я буду учиться, я буду все знать, и я сделаю так, чтобы больше такого не происходило. Но медик из меня получился, 16 лет я все-таки проработала в медицине. Я до сих пор очень, очень скучаю по своей работе. С удовольствием всем колю уколы, ставлю капельницы, все, что под руки попадает, если такое случается, с удовольствием это делаю. И, в принципе, мое желание спасать, оно было, видимо, услышано, потому что мне в жизни удавалось. То есть раз 6-8 я как бы откачивала из клинической смерти, то есть искусственный массаж приходил, сердце дало. То есть мне так судьба подкидывала людей. Вот такие случаи подкидывала бесконечно просто. То есть, как бы у некоторых за всю врачебную практику не получалось такого. У меня, видимо, все-таки вот, наверное, я уже сделала то, что должна была сделать, то, что хотела, к чему стремилась, поэтому теперь пою песни. Я писала же стихи, потом стали появляться песни как-то сами собой. То есть не было задачи написать песню, а просто вот стали появляться вместе с мелодией они. То есть я говорю, это просто, я иногда думаю, я ли это вообще пишу, потому что вот если мне это вот так вот не упадет, да, не спустится, так я не записываю, собственно говоря. Поэтому стали приходить просто с музыкой некоторые вещи. И до сих пор тоже. Если приходят без музыки, то стихи у меня остаются. Если приходят с музыкой, это песня. Я хотела бы, наверное, писать более веселые песни или более жизнерадостные. Но по-хорошему я радуюсь за тех, у кого это получается. Но мне как-то так Бог не дает. Называется вот «Что заслужило, то спускается». И спускается редко песни и стихи, наверное, потому что зачастую были такие моменты, когда ты сидишь, думаешь, ну ладно, вот строчка крутится, я потом, когда будет время, когда будет одиночество, настроение там или ночь, я сяду и напишу. Ну, а сверху говорят, да,
Лень сейчас, да? Хорошо. Вот так и остается это одной строчкой, из которой должна была получиться песня. Поэтому меня в свое время, наверное, справедливо сверху наказывали, отбирая потом на долгое время возможность писать. Наверное, вот эти вот промежутки — это такого рода, ну, уроки для меня. Целый день в моей квартире тишина. Нет тебя опять, а я уезжаю, только льется этой ночью из окна песенка простая. Будет стук колес вагона и луна, но тебя опять со мною нет рядом, жмусь плечом к холодным стеклам, я одна с чуть безумным взглядом. Приходи скорей, я дверь не закрыла, обними меня, мне холодно очень, надо мной опять тоска закружила, да, судьба хохочет. Растворились сны в слепом ожидании, был ли ты вообще? Уже сомневаюсь, ты моя беда, мое наказание, я с тобой теряюсь. Головой к твоим коленям припаду и прижму щекой горячим ладоням на мое несчастье, на мою беду. Ты меня не понял, не поверил ты, что жизнь мне не мила. Без твоих прозрачных глаз и улыбки уезжаю, а в квартире тишина, только шепот зыбкий. Жду тебя, который день на исходе, крик в душе застыл, а плакать нет силы. Почему ко мне опять не приходишь, где ты бродишь, милый? Бог с тобой, живи, а я уезжаю, но тоска меня еще не забыла. Я тебе хороший, все же прощаю то, за что любила. Целый день в моей квартире тишина, тишина. Меня однажды в 96-м году ребята знакомые вытащили на авторский фестиваль поучаствовать в конкурсе. Как сейчас помню, было 74 заявленных участника, и я нервно чихала, не могла. Когда нервничаю, чихаю постоянно. Я чихала подряд, наверное, раз 100, потому что не могла остановиться. Я все слушала, и мне казалось, что здесь делаю, пыталась несколько раз уйти, потому что мне казалось, что все, что там поется, гораздо лучше, чем то, что делаю я. И вот все-таки я кое-как выступила, стала дипломантом на том фестивале, потом меня отправили в Минск, мэрия по делам молодежи, там первых 3 места отправляли в Минск, оплатили дорогу. Там я стала лауреатом на межрегиональном фестивале. Потом меня отправили в Петербургский аккорд, куда я опоздала благополучно. Вот. И там только уже просто пообщалась с людьми, потому что на конкурс я опоздала. Вот. Потом меня, опять же, мэрия по делам молодежи отправила на Грушинский, где я стала в 96-м году дипломантом. Вот. И только в 2002 году я стала уже лауреатом. И вот теперь уже как старый древний бард. Сидю в жюри. Как-то была ситуация, на фестивале подходит женщина, которую я вижу в первый раз, и говорит: «Здравствуйте, Наташа, вы опять написали еще одну песню про меня». И я лихорадочно пытаюсь вспомнить, думаю, во-первых, я ни про кого никогда не писала, а во-вторых, как бы точно абсолютно вижу в первый раз женщину. Думаю, ну неудобно, может быть, я просто позабыла. Знаешь, вот много людей встречается, думаю. И она смотрит меня и говорит: «Нет, мы с вами никогда не виделись, просто каждая песня, которую вы пишете, как будто про меня». На самом деле, честно говоря, когда я слушаю людей, которые, да, приходят на конкурс, когда я нахожусь в жюри, там, я понимаю, что вот на мой сегодняшний взгляд, я бы сама себя, ту, никогда бы в жизни не сделала лауреатом. Боюсь, что даже саму себя сейчас я бы лауреатом не пропустила. Может, те люди были просто мудрее тебя? Но... Они были просто добрее. Наверное, потому что я сама к себе отношусь, конечно, достаточно требовательно. Мне нужно хорошего ремня и поменьше лени. Что так долго не звонишь, мой оранжевый будильник, мне сегодня как назло, почему-то не до сна. За стеной опять дрожит отощавший холодильник, градом злым в окно стучит эта странная весна. За стеной опять дрожит
отощавший холодильник рядом злым окно стучит. Это странная весна. Через 2 часа вставать, а заснуть плохая шутка. Снова прозвенит звонок, и за ним исчезнешь ты. Словно не было и нет прошлой ночи. Почему-то мне осталось 3 маршрута: дом, работа и мечты. Словно не было и нет прошлой ночи. Почему-то мне осталось 3 маршрута: дом, работа и мечты. Что ж мне глупо и горевать? Жизнь как миг, свидание кратко. Видно, большего не смог счастье мне подкинуть Бог. Я слезы перечеркну, нить пунктирную украдкой. Жизнь моя, как тот вокзал в перекрестке 3 дорог. Я слезы перечеркну, нить пунктирную украдкой. Жизнь моя, как тот вокзал в перекрестке 3 дорог. Мне покоя не дает та счастливая минута. Где же обещанный звонок, где твоя записка в дверь? Вновь полупустой вагон электрички, потому-то мысли прочь, конец маршрута, дом, дорога и постель. Вновь полупустой вагон электрички, потому-то мысли прочь, конец маршрута, дом, дорога и постель. Когда Наташа Кучер начала писать песни и даже выступать с ними, то и подумать не могла, что это станет ее профессией. Она занималась любимым делом медициной, жила в любимом городе, вышла замуж за любимого человека. Вскоре на свет появилась главная радость ее жизни – маленькая Настя. Но очень скоро и этот счастливый мир разлетелся на 1000 осколков. Муж первый мой умер, я была с маленьким ребенком. Насте было 9 месяцев, и мне пришлось идти на работу возвращаться. До этого я работала заведующей здравпункта, уже уходила в декрет. Но там очень мало платили, естественно. И мои друзья, с которыми я занималась бодибилдингом тогда, культуризмом, я такая была, спортивная девушка, вроде как шуткой предложили: а что ты там в медицине будешь? Пойдем к нам матросам служить. Ну, вроде как пошутили, а потом говорят: это серьезно, Наташ. То есть паек, бесплатный проезд, зарплата такая. И я подумала, что да, это нам надо, это похоже на сказку, мы туда идем. Я пошла служить, но медицинской должности не было свободной, поэтому мне пришлось сначала идти в разведку военно-морскую по перехвату подводных лодок. Специалистом, да. Вот. Научилась перехватывать? Научилась, ну слух хороший, поэтому мне несложно было обучиться этим всем, улавливать сигналы, распознавать их. Вот. Потом, собственно говоря, части стали сокращаться. Сейчас мы понимаем, что это как бы такая вот уже была политика государственная, да, что военные части сокращались, а у нас в Калининграде все состоит из военных частей практически. Вот. Но тогда все посмеивались, потому что куда я не попадала, часть начинала вскоре расформироваться, говорили: Кучер, кто тебя нанял? Вот, и я переходила из части в часть. Потом я в следующей части работала на другой аппаратуре немножко, но тоже по перехвату, вот, больше экранному уже. Потом пришлось переучиваться. Потом в третью часть я попала после сокращения этой части. Попала уже в ракетную часть, где все-таки работала уже медиком по специальности и заодно кинорадиомехаником. Я помимо того, что показывала кино еще с утра, я работала медиком. С утра в мою обязанности входило приезжать на электричке. Я приезжала до части, вбегать в радиорубку, включать марш «Славянки». Ну и, собственно говоря, очень плохо работала аппаратура. Она все время заедала. Такой был допотопный магнитофон. Я нажимала, когда марш раздавался так примерно. Там. Я находила какое-то, значит, положение. Он опять выравнивалась, музыка опять шла. Упиралась там попой в противоположную стенку, чтобы посильнее давить, палец синел. Ну и, собственно говоря, кое-как я выравнивала, это играла. Я просила у замполита поменять магнитофон, но его не было, денег не было, средств никаких поменять. И поэтому дожили мы наконец-то до приезда главнокомандующего, где мне было строго-настрого сказано, что: Наталья Павловна, нажимайте как хотите, упирайтесь во что хотите, но чтобы марш «Славянки» звучал как следует. Ну, в общем, я потренировалась, находила какое-то положение, там отработала это все вечером. Вот, поставила опять все на начало, перемотала и уехала домой. С утра вернулась, строй стоит, командир части стоит, главнокомандующий, и матрос делает отмашку, командир говорит: налево шагом марш, я нажимаю на кнопку, упираюсь, ровненький звук делаю, оттуда раздается песня Алены Апиной.
Юный барабанщик, ты уже не мальчик, что-то там такое вот, сердце золотое, тук-тук-тук, ну, приблизительно такие слова. Но потом все это выяснилось, конечно, что там просто послал дежурный по части матросика убираться, тот убирался и поставил музыку послушать. Ну, естественно, кассету не вытащила, а я знаю, что там стоит у меня моя кассета нужная, не перепроверила. Ну, в общем, это закончилось переводом в другую часть от греха подальше, потому что командир меня видеть не мог, я его понимаю. Сейчас уже весело, тогда было жутко. А там был, в той части, куда меня перевели, была свободная должность только радиотелеграфиста. Поэтому я стала радиотелеграфистом и перешла в разведку уже в агентурную. Ну а после этого я пошла работать. В армии перестали платить. И опять-таки же по тем же самым причинам, что нужно кормить ребенка, я пошла работать в медицинскую косметологию. А оттуда перешла работать в военно-медицинскую психиатрию. И после психиатрии попала в Москву, так что я не сильно пострадала. Давай забудем все свои печали, долой обиды, видишь солнце свет, на зиму черти под тоску качали, но мы проснулись, а печали нет. В ответ прорастет опять зеленая трава, ветер унесет ненужные слова, снова глупая весною закружится голова. Со своей сумасшедшей головой буду я еще влюбляться, боже мой, дров таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Со своей неразумной головой буду я еще влюбляться, боже мой, дров таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. В Москву Наталья Кучер попала именно благодаря этой песне. Да и вся ее жизнь, как по мановению волшебной палочки, изменилась. Неузнаваемо и чудесно. Впрочем, я подозреваю, что дело здесь вовсе не в песне, а в самой Наташе, ее удивительном жизнелюбии, оптимизме и умении не сгибаться под ударами судьбы. Хотя история, связанная с весенней песней, действительно похожа на сказку. Эту песню однажды услышала Галочка Хомчик, она ее взяла исполнять. И исполнила ее на фестивале в Коломенском и записала диск с этой песни. На фестивале в Коломенском ее слышал доктор Сережа. Я тогда жила в Калининграде. Он услышал песню, кричал «Браво!», пошел узнавать у Гали, кто автор, где ее найти. Ну и поехали они с Калашниковым меня разыскивать. Калашников утверждал, что он знает, где я живу. На самом деле все это было неправда, поэтому искать им пришлось меня долго, целых 2 недели до поездки в клуб авторской песни, куда меня привезли в гипсе, потому что я поломала до этого времени ногу. У меня был такой вот герпес на губе, нога в гипсе. Муж говорит, что никого красивее в своей жизни не встречал, что он только меня и видел. Я говорю, ну, то меня только и можно было не заметить. Я очень выгодно отличалась от других людей. Вот, меня можно было обнять и плакать, поэтому он решил, что он как доктор, стоматолог, обязан пожалеть коллегу. Собственно говоря, он предложил выйти мне замуж, забрал меня с Настюшкой в Москву, вот где я уже почти 7 лет живу. Безумно скучаю по Калининграду и приезжаю туда очень часто. И думаю, что когда-нибудь я обязательно вернусь туда насовсем и буду приезжать уже в Москву потихонечку. Белые кружева волны у ног качали, легкие облака день за собой несли. Этот прибой шаги светлой моей печали, это скала порог странной такой любви. Ночь заслонит собой небо седая просень, птицей вспорхнет у ног сброшенная листва, рыжим костром души вновь полыхает осень. Было бы что поджечь, в этом она права. Видно, творец опять пряжу свою запутал, вечный клубок страстей нитку мою вплетал. Пледом из слов твоих плечи мои он кутал, нес меня на руках, только бы не устал. Сладкая боль моя не исчезла,
моих, жажду моей любви не остановишь взглядом, не разорвешь кольца солнечных рук моих. Белые кружева волны у ног качали, легкие облака день за собой несли. Этот прибой шаги светлой моей печали, это скала порог странной такой, вечной такой, доброй такой любви. Я думаю, что сегодня Наташу Кучер вполне можно назвать счастливым человеком. И хотя она по-прежнему пишет грустные песни о любви, в жизни Наташа всегда улыбается. Она вообще очень солнечный человек. Просто-напросто я абсолютно точно знаю, что в жизни каждого человека столько горестей. Да? У каждого, говорят, знаете, горе на печи, а у каждого и по семи лавкам. Поэтому хотя бы осознанно надо стараться нести в этот мир и для людей, окружающих тебя, только радость. Ну, все. Разлуки уже ни при чем, печали оставь на потом. Веришь, там за горами когда-то тебе повезет. Смотри, занимается день, а горького прошлого тень. Пусть как все было и